Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Валерия Шарова, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. В Ясном школьной столовой отравились более 20 детей. Из-за драки учеников 34-ю школу Оренбурга вызвали полицию. Что поможет оставаться в тонусе в зимнее время? Об этих и других новостях далее в выпуске. В Ясном в столовой школы номер 2 отравились более 20 детей. 8 из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно, сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Все дети обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Работа пищеблока школы остановлена. Сотрудники отстранены от работы. Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области Ольги Ковыльской. По ее словам, о пищевом отравлении говорится пока предварительно. Проводится проверка. Состояние детей, находящихся в больнице, в Минздраве оценивают как удовлетворительное. Из-за конфликта учеников школу номер 34 города Оренбурга вызвали полицию. По одной из версий произошла драка между школьниками, по другой – ученик ударил учителя. Ситуацию прокомментировали в управлении образования. 22 января в СМИ появилась информация, что в 34-ю школу приезжала полиция. По одной из версий, поводом стала драка между учениками. Также появилась информация, что наряд полиции вызвали для разблокировки класса. В кабинете якобы школьник держал учителя в заложниках. В сети распространились скриншоты из родительского чата этой школы. Школа 34 оцеплена полицией. Шестиклассник закрылся в классе с учителем и избил ее стулом. Руки ей завязал. Сейчас там работает группа захвата. Детям об этом рассказывать не обязательно. Как сказали, этот горе-ученик не отличается примерным поведением. Учитель якобы сильно не пострадал. В разных источниках разная информация. Одни говорят, что учителя закрывали в классе, другие, более заинтересованные источники, говорят, что просто была драка, а учителя немного толкнули. Состоялся конфликт между двумя детьми. Один ребенок, наверное, перевозбудился, может быть, что-то у него с настроением, и он вел себя достаточно агрессивно по отношению к другому ребенку. Поэтому, чтобы драка не состоялась, учителя разнимали. Никакого захвата заложников, никакого закрытия в кабинете, никакого избиения учителя не было. По словам Нины Алексеевны, в таких случаях всегда вызывается участковый для проведения профилактической беседы. Но в этот раз участковый не смог приехать быстро, и женскому коллективу пришлось вызвать наряд полиции, который среагировал на тревожную кнопку и в течение 7 минут прибыл. Предварительно установили, что директор школы, услышав крики, вмешался в конфликт, после чего школьники успокоились. Также установлено, что один из участников конфликта, подросток, был ранее поставлен на учет по отделу по делам несовершеннолетних. После конфликта ребенок был передан родителям. Травмы никто не получил. Сотрудники МВД провели профилактические беседы с учителями. По окончанию проверки будет вынесено процессуальное решение. Валерия Шарова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. Население Оренбуржья за последние 10 месяцев прошлого года уменьшилось на 11 тысяч человек. Жители области покидают наш регион. Мы спросили у оренбуржцев, почему, по их мнению, наблюдается отток населения. Неинтересно жить, наверное, может быть. Ищут что-то лучше. Недостаточно рабочих мест, неконкурентная заработная плата. Все в Москву уезжают. 17% рассиживают в Москве. Это нормально. Из Москвы потом в другие страны уезжают. Что-то ищут, если здесь не нашли, идем дальше. Мне кажется, так в любой области происходит. Ну, может быть, темпы. Кому-то хочется более быстрого, а у нас он такой размеренный. Возможно, из-за экологической ситуации уезжают. С января по октябрь 2018 года область покинули более 46 тысяч человек. При этом в регион приехали чуть более 38 тысяч. Не первый год обсуждается, как удержать молодежь не то чтобы в области, но хотя бы в самом Оренбурге. Провели некоторые анализы. И среди причин были названы, например, такие. И главенствующая причина была – это отсутствие интересных вакансий, отсутствие такого развития перспективного, отсутствие профессионального роста, отсутствие обучения. И вот на самом деле, когда разговариваешь в кулуарах, тема поднимается некуда пойти. Но проведя такое мини-исследование, мы убедились, что это совершенно не так. Социолог Галина Шишукова считает, что Оренбург может стать городом-миллионником, но в то же время шансов у областного центра практически нет. Если вдруг здесь открыли бы пару крупных предприятий и, соответственно, потребовалось большое количество трудовых ресурсов, сюда приехали бы многие люди. А вот просто за счет рождаемости это невозможно вообще в принципе. Почему? Потому что рождаемость в городах всегда низкая. И чем выше уровень образования женщин,
тем меньше они рожают. У нас, если мы возьмем всю историю Оренбурга за период советского времени, за послесоветский период, шансов у Оренбурга нет никаких. Но это даже не только связано с демографией, это связано еще и с социально-экономическим положением самого Оренбурга. По данным опроса Института социального анализа и прогнозирования, 4% опрошенных в малых городах выпускников планируют остаться там по окончании школы. 3/4 уверены, что будут жить в другом городе России. Минздрав планирует создать мобильное приложение с рекомендациями по здоровому образу жизни. Особенно актуально говорить о правильном питании и здоровых привычках зимой. От какой еды следует отказаться и как оставаться в тонусе, расскажет Ярослава Кардаш. Из-за чего у нас высыхает кожа, ослабевают волосы и самочувствие ухудшается. Зима – это время, когда иммунная система ослабевает, изменяется обмен веществ, а выработка определенных гормонов замедляется. Многие люди зимой стараются согреться и почувствовать себя счастливее с помощью вкусной и калорийной еды, в результате чего получают избыточный вес. Бич нашей современной цивилизации – потребление большого количества углеводов, легких углеводов и зерновых культур. Продуктов с длительными сроками хранения следует избегать и вообще не употреблять их. И питаться как можно более такой вот живой, так называемой здоровой едой, к которой относятся, конечно, мясные продукты, рыбные продукты и овощи всех практически видов. По мнению диетологов, для выработки метаболической гибкости стоит питаться разнообразно, постоянно обновлять свой список продуктов. Конечно, мы ограничены зимой в потреблении сезонных овощей, но тут нам на помощь приходят и должны приходить продукты замороженные, опять же, не консервированные, не маринованные, то, что любят делать хозяйки, вот эти заготовки, а замороженные продукты. Наш опрос показал, что многие оренбуржцы питаются зимой неправильно. Зимой я все законсервированное ем, а летом только свежие. Летом овощи с огорода, а сейчас больше соленые. Ем, конечно, и пельмени, и лапшу, и беляши. И летом, в принципе, то же самое. Ничего, просто количество еды меньше сейчас, чем летом, и все. Чаще всего готовим борщ зимой, а летом чаще всего такое легкое, там, салатики и так далее. Больше солености, которые на даче заготавливаем. В основном мы фрукты у нас сейчас в магазине как круглый год, поэтому это проблем нет с этим. Самое главное, чтобы работал человек и будет зарплата. Но в последние годы появился тренд на правильное питание. В социальных сетях много блогеров, которые ведут свои марафоны здорового образа жизни. На своем примере они показывают, как можно изменить собственное тело. Так Анна Моджина похудела на 46 килограмм, а теперь помогает другим бороться с лишним весом. 70% играет все-таки питание, и мы выглядим так, то, что мы едим. Если человек кушает пищевой мусор, грубо говоря, то он и выглядит плохо, у него есть целлюлит. Когда он полностью ощущает свое питание, то, соответственно, его фигура на глазах меняется. Ну а тренировки уже способствуют улучшению силуэта. Тренд правильного питания поддержали и заведения общепита. В ресторанах все чаще можно увидеть отдельное ПП-меню для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. В данный момент быть красивым, здоровым, там, иметь красивую фигуру – это модно. И очень много людей, которые приходят и пользуются нашим ПП-меню, потому что там посчитано полностью там жиры, углеводы, белки, колораж. То есть все там расписано, вам не нужно приходить в ресторан и там выбирать себе блюдо. В холодное время года наш организм тратит больше энергии, чем летом, во многом на то, чтобы согреться. Из-за недостатка внутренней энергии зимой мы чаще испытываем сонливое состояние или даже впадаем в депрессию. Ко всему этому снижается иммунитет, и организм становится более уязвимым к различным болезням. Предотвратить это могут занятия йогой, которые направлены на активизацию работы организма. Йога в любое время года помогает действительно справляться с какими-то депрессивными состояниями, особенно в периоды, да, как раз перехода, да, вот межсезонье. Зимний период, суставной гимнастике нужно уделять гораздо больше времени. Это действительно различные активности с нашими суставами, которые помогают действительно быстро привести организм в активное состояние, в тонус, наполняют определенной жидкостью наши суставы, что как раз является профилактикой артроза. Зимние тренировки – прекрасный способ укрепить свое здоровье и побороться с хандрой. Мы узнали у фитнес-тренера, какие упражнения можно делать в домашних условиях. Дома можно
можно сделать, в принципе, какие-нибудь такие простые вещи. Это отжимания по нагрузке. Ну, если 10 мало, можно 30 раз отжаться. Мышцы нальются кровью, рубашка хорошо будет сидеть. Сделать приседания, сделать пресс. И этого будет, в принципе, достаточно, чтобы проснуться. Можно еще холодной водой облиться, и тогда вообще тело придет в тонус, и на день будет уже какая-то зарядка. И опять раз и назад. Раз и назад. Раз и назад. Момент того, что формирование привычки, это надо систематично делать. И когда привыкнет организм, уже будет потребность в физических нагрузках, что некомфортно себя чувствуешь, когда не занимаешься. А когда у тебя есть привычка употреблять алкоголь, курить сигареты и переедать на ночь, то у тебя формируются другие привычки, и у тебя организм начинает откладывать жировую прослойку и атрофия мышц. Что же выбрать? Йогу, фитнес или, может быть, бокс? На самом деле это не важно. Главное – не откладывать здоровые привычки и правильное питание на завтра или понедельник, а начинать работу в пользу своего здоровья уже сейчас. Ярослава Кардаш, Олег Берендеев, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. В Оренбурге может появиться памятник словарю Даля. Идеи новой достопримечательности участвуют во всероссийском конкурсе «Культурный след». До конца голосования осталась неделя. Ой, даже не могу сказать, наверное, Сталину, если у нас его нету. Маме своей. В Оренбурге я ему бы памятник поставил. Во-первых, нашему основателю поставил. И те, кто больше вложили вклад в развитие города, я бы им поставил памятник. Сталину. Может, Донковцу? Ну, Гагарин у нас памятник есть, Даля у нас памятник есть. Из современных никому бы не поставил памятник. Каждый год в Оренбурге появляются новые памятники. Скульптуры совершенно разной тематики. Это электронная собачка, дворник, футбольный мяч, Герой России и многие другие. В этом году у города может появиться еще одна достопримечательность – словарь Даля. Еще в 2010 году знаменитый российский скульптор Александр Рукавишников, который ставил у нас Александра Заса перед зданием цирка, он сам предложил такую скульптурную композицию. То есть стол, на нем четыре больших книги, потому что первое издание словаря Даля – это именно четырехтомник. Как-то логично было бы расположить этот памятник перед главным книгохранилищем Оренбуржа, перед нашей областной библиотекой. Опять-таки, здесь же у нас педагогический университет. Тут библиотека, все один к одному. И мы подумали, что и студенты могут перед зачетами там зачетку куда-нибудь положить там между чернильницей и пером или книгами словаря. То есть создание каких-то интересных традиций. Скульптура известного лексикографа уже давно установлена в центре города. Это памятник Пушкину и Далю. Ведь именно здесь в 1833 году русские писатели встретились. Имя Владимира Даля неразрывно связано с Оренбургом. Он прожил здесь в качестве чиновника особых поручений военного губернатора Василия Алексеевича Перовского с 1833 до 1841 года. И за это время он, помимо своей административной деятельности, он вел большую научную деятельность. Именно здесь он начал работу над своим самым замечательным трудом, словарем живого русского языка, который прославил его и который и в наши дни пользуется неизменным успехом. Никому не нужно объяснять, что такое Владимир Даль. То есть все знают, Даль – словарь, хотя бы в общих каких-то чертах. Мало кто понимает, почему Даль и Оренбург. И это уже наша задача – привязать этот такой общий, всемирно известный, этот труд, как словарь русского языка, привязать к нашему городу. Новый памятник установят, если он продержится в пятерке лидеров во всероссийском конкурсе. Всего участвуют 347 проектов из 64 регионов России. Сейчас оренбургский арт-объект держится на второй строчке. Чтобы проголосовать за памятник словарю Далю, необходимо зайти на сайт kultsvet.ru. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru или через мобильное приложение Уфанет ТВ, которое вы можете скачать через Apple Store или Google Play. Если у вас остались вопросы, звоните по номеру 09388. Меня зовут Валерия Шарова. Оставайтесь на ЮТВ.